Много замечательных праздников имеет Русская Православная Церковь. Самый выдающийся и преображающий человека – это праздник Святой Троицы. Он относится к числу двунадесятых, то есть крайне важных для всех верующих, отмечаемых в честь какого-либо значимого события из жизни Христа. День Святой Пятидесятницы или Святой Троицы особо отмечается Церковью, потому что само название «Пятидесятница», оно, конечно, может и иметь какие-то аналогии с Ветхим Заветом, но на самом деле, потому что в 50-й день после своего воскресения Господь ниспослал Святого Духа на святых учеников и апостолов. То есть сам день Святой Троицы – это исполнение обетования, о котором говорил Господь. И, соответственно, что если мы чтим все Бога Отца, Бога Сына, явившегося в мир и спасшего весь мир, и по обетованию Сына, явившийся Дух Святый, оживотворил через апостолов движение новое, новое по Духу, это христианское учение, учение о Христе и о спасении всего человечества. И в этот день, после сошествия Святого Духа, апостолы возродили церковь. И, соответственно, христиане каждый раз, вспоминая этот праздник, празднуют как бы некий свой день рождения всей своей общности христианской, то есть всей своей церкви. В церковном календаре этот день имеет два названия – Пятидесятница и День Святой Троицы. У древних христиан это был второй по значимости праздник после Воскресения. 2000 лет назад в Иерусалиме, в комнате, где собирались ученики Христа, на апостолов сошел Святой Дух. Согласно книге «Деяний апостолов», которая входит в Новый Завет, Святой Дух сошел на апостолов именно на 50-й день после воскресения Христова. О том, что это произойдет, Иисус поведал своим ученикам еще при жизни. В течение 40 дней после своего воскресения Господь чудесным образом являлся своим ученикам. Он укреплял их в вере, научал их в вере. И, соответственно, все откровения, которые мы имеем в Священном Писании, это же слова самого Спасителя, сказанные ученикам и апостолам. И в конце своего учения, своего общения с учениками, которое принесло в них великую радость, Господь вознесся на небо, но пообещав, что пошлет иного утешителя, который-то и исполнит все, о чем было сказано и пророками, и самим Христом, и все откровения божественные, которые были даны апостолам, исполнятся. А самое главное, что апостолы получат силу, ту, которая даст им возможность благовествовать всему миру о Христе. Через 10 дней после Вознесения ученики Иисуса и его мать Мария собрались в Иерусалиме в Сионской горнице. Вдруг тишина была нарушена. Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Дух Божий сошел на учеников, и они получили особые дары. Дар говорить на разных языках, дар целительства, дар проповедовать о делах Божьих. После сошествия Святого Духа святой апостол Петр произнес свою первую проповедь, в которой и сообщил о славном событии, совершившемся в этот день. Обращение апостола было кратким и простым. После него многие иудеи покаялись, уверовали и крестились. Сам город Иерусалим – это город мира всегда был, потому что тогдашняя Римская империя, она была обладательницей многих народов, и множество из этих народов приходило в Иерусалим. И, ну, по разным жизненным моментам, потому что, во-первых, это был город и какой-то купеческий совершенно, как и все города вот, Ближнего Востока, соответственно. Ну и многие из них тоже
веровали так, как веровали иудеи. И на момент Дня Пятидесятницы было множество народов в Иерусалиме разных национальностей. И когда апостолы стали говорить, ученики Христовы стали говорить о Христе, и проповедь их после сошествия Святого Духа настолько была сильна, что, конечно же, многие люди обратились к Богу. И, соответственно, их первым вопросом было, а что же нам делать, чтобы спастись? И проповедь покаяния, сказанная апостолом Петром и другими, она как раз возымела это действие. И Петр тогда сказал, а вы покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа, и получите свое спасение. И вот таким образом чудесным, но если бы это просто вышел человек где-то и говорил не просто вот на площади, в публичном месте о ком-то или о чем-то, может быть, никто и не услышал, потому что это был шум и гомон, но это был голос апостола, который имел силу Святого Духа. И, соответственно, вот эта благодать Божия, она обратила внимание на себя всего народа, и, соответственно, люди услышали, и многие из них обратились ко Христу. Уверовавшие во Христа охотно приняли крещение. Таких оказалось в этот день около 3000 человек. Именно с этого момента образовалась Вселенская Церковь, а Троица стала основным столпом христианской веры, символом рождения Церкви Христовой. Сошествие Святого Духа указало на тройственность Бога. Бог Отец творит мир. Бог Сын искупает людей от рабства дьяволу. Бог Дух Святой освящает мир через устроение Церкви. После сошествия Святого Духа ученики Христа начали ежегодно праздновать День Пятидесятницы и заповедали вспоминать это событие всем христианам. С этого времени Святой Дух благодатно присутствует в жизни Церкви и совершает все ее таинства. В IV веке святым Василием Великим были составлены коленопреклоненные молитвы, читаемые до ныне на праздничной вечерне. Во время чтения молитв все, в том числе и священнослужители, стоят на коленях. Впервые после Пасхи поют молитву Царю Небесному. Это молитва Святому Духу. Сам день Святой Пятидесятницы или Святой Троицы после апостолов по их заповеди ежегодно празднуется всеми православными христианами. И, соответственно, если Пасха является вообще апогеем или торжеством всего православия, то есть Христос воскрес, и, соответственно, знаком того, что мы вместе с Ним и рядом с Ним, и все эти дни были в течение поста, и тем более празднуем Его Христа воскресшего, кроме приветственных моментов таких важных, как «Христос воскресе, воистину воскресе», мы еще видимым знаком не полагаем никакие благоговейные поклоны перед образами святых и в храме. И, соответственно, в течение вот этих вот 50 дней поклоны церковью по уставу в честь великой такой радости пасхальной, они отменяются. Но когда празднуется День Святой Пятидесятницы, и святыми отцами были составлены особые молитвы, которые христиане, прочитывая и спрашивают Святого Духа, то есть повторяя тот самый момент, который был над святыми апостолами, в этот момент знаком их благоговения перед Богом и перед новой эрой, явившейся, то есть эрой Святого Духа, вот, мы преклоняем свои колени и коленопреклонно просим, чтобы Господь ниспослал свои щедрые дары и на нас, живущих на земле, и на землю, которая должна плодоносить и приносить свои плоды. И совершенно понимаем, ясно всем, вернее, что действительно эти дары, они бесконечны по бесконечному милосердию Божию. И вот знаком нашего благоговения перед этим бесконечными щедротами Христовыми и Божьими, перед исполнением всего этого обетования, о чем говорил Господь, являются наши земные дары.
коленопреклонение. По преданию, на месте Сионской горницы, в которой пребывали апостолы в день Пятидесятницы, был построен первый христианский храм, уцелевший даже во время разрушения в 70-м году Иерусалима римскими легионерами. Есть такие храмы и на Руси. Один из первых храмов был посвящен именно Троице. Его построила княгиня Ольга в X веке. Сегодня их в России около 3000. Самый знаменитый – Троица Сергиева Лавра, построена в 1337 году преподобным Сергием Радонежским. Сначала монастырь был деревянным, но через 100 лет ученик преподобного Сергия, игумен Никон, заложил каменный Троицкий собор. Расписывали его знаменитые мастера Даниил Черный и Андрей Рублев. Для иконостаса была написана самая знаменитая храмовая икона на Руси Андрея Рублева. Созданная в эпоху междоусобных раздоров и татарских грабежей, Троица, гармоничная, ясная, пронизанная музыкой светлых ритмов, символически воплотила мечту человечества о совершенном мире, где будут царить согласие, любовь и дружба. В день Троицы православные христиане украшают дома и храмы зелеными веточками березы, цветами. Сионская горница, где на апостола сошел Святой Дух, в то время, по общему обычаю, тоже была украшена ветвями деревьев и цветами. В праздник Троицы вспоминают и явление Аврааму Троицы в Маврийской Дубраве. Поэтому украшенный зеленью храм напоминает и ту Дубраву. Церкви зеленоватый сумрак и тишина. Шагов не слышно, все засыпано травой. Березки заглядывают в окна, словно хотят молиться. И над этим зеленоватым сумраком летит победное песнопение. Сама по себе традиция украшения храма, она, конечно, имеет очень большое, великое значение, как для, больше для людей, потому что это видимый знак человеческого, наверное, благоговения перед Богом. Ну и, соответственно, мы же, как люди, носители апостольской благодати и апостольского преемства, вот делаем так, как делали святые апостолы. В момент, по преданию, когда было сошествие Святого Духа, Сионская горница, где находились апостолы, была украшена цветами и зеленью. В этот момент и мы, когда празднуем День Святой Троицы, украшаем храмы зеленью, вот, травой, цветами, и священнослужители даже букет с розами, знак особых драгоценных цветов, держат во время чтения молитвы. И, наверное, нужно здесь сказать, что здесь не только показатель благоговения и самих христиан, но это прежде всего показатель того, что вся природа во всей полноте, которая к моменту уже, может быть, наступления, пусть даже лето, это не так важно, вот, она расцветает вся, и вся радуется пришествию Святого Духа, и поэтому мы, люди, которые сами являясь венцом творения на земле, как раз и показываем перед Богом и своим сердцем, своей душой и внешностью, своей молитвой и даже украшением то, что мы в полноте рады, то, что Господь нас спас, и Дух Святой, действуя в нас, помогает нам обрести пути спасения к вечной жизни. Цветущие ветви напоминают нам о том, что под действием благодати Божией человеческие души расцветают плодами добродетели. И еще о том, что как бы ни был прекрасен мир в пору своего цветения, он всего лишь день Творца.